Одесса, большевик. Вместе с людьми наводим порядок в бомбоубежище. Бомбоубежище, которое на балансе госимущества. К сожалению, раньше мы не могли сюда попасть, нас не допускали. Но сегодня мы вместе с местными жителями соорганизовались, приводим в порядок. Я выяснил, что нужно, чем нужно помочь. Помощь будет буквально через час. Люди подключились, помогают, наводят порядок, расчищают подходы, очищают убежище. Сегодня ночью люди, перепугавшись всех сигналов воздушной тревоги, уже в одном из приведенных хотя бы в какое-то состояние убежище ночевало 30 человек. Детей, женщин с ближайшего пятиэтажного дома. Всего в этом районе, микрорайоне, большевик, находится 1500 домовладений, частных домов, в которых нет подвала. И мы обязаны в кратчайшие сроки, сегодня, завтра, сделать так, чтобы люди имели возможность, где переждать, если вдруг такое произойдет, авиа или артиллерийский налет.